Арарауруру, айрарайрарурору. А добрейшего времени суточек, дорогие подписчики и зрители нашего канала. Шо ты, голова, ты куда О, где побежал? мои коробки, блин? Блин, натуре, сука, после обновления этих сраных, блин, все наши коробки дропнули. Я думаю, что это за дебил тут сверху стоит? Где тут еще кто-то есть? Не, дебил один такая. Сейчас пойду открою магазин, блин. Куда ты попи... Куда, сука, ты пошел? Думаю, может, обновили, может, можно выходить за территорию. Чистый поц, думает, что там, наверное, выход. Ну, чистый поц, я тебе говорю, ну, чистый. Чистейшей воды. Я не про тебя свой. О, сука. Все, хочешь помогаться со своим братом? Ты, сука. На, сука. Ты понял? Кто тут джедай, сука? Да, я. На. Получил? Зеленый, сука. И еще раз, на. По буточке, сука. Пацаны, бейте его. Какие пацаны? Опа, опа, сука. Тише, тише. На, сука. Опа, Где ты опа. делся? Я не вижу тебя. Опа, сука. Кто здесь мастер джедай? Опа. Сука, не бьет. На, сука. А сисечка, опа, сисечка. Сесечка. Опа, опа, Гарри Да, я Поттер. просто же вроде ударил, блин. На, сука, квидич тебе на. Скотина чистая. Я не успеваю увидеть даже, где ты. Опа, я растворяюсь у тебя в глазах. Ты еще не видел медвежести, сука. Стилю бешеной черепашки. А, сука. Да, тварь, тварь. Ненавижу. Опа, опа, ничего не переживайте, ребята, мы откроемся рано или поздно. Мы просто спорим каждый день, кто из нас директор и это. Кто больше ударит метлой, тот и директор. Ты работает. Опа, сука. Тупо крысиный ход конем был, Сайк. Ну, крысиный. А что с тобой происходит? Я перестал тебя бить. Я подставь другую щеку. Ах, сука, понаебал. Наебал, говорит. Опа, сука. Что такое? Ты чё, сука? О, сразу вдвоем упали, видел? На. Блин, не успеваю отскочить. Понял, хочу тебя там подмазать. Опа. Подожди. Что? Это что за херня в окне? Там открыто? Нет, ты в окно смотри. Я понимаю. А почему там закрыто? Он живой? Но он как минимум капитан. Капитан Слон. Only cool people allowed. Давай, 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 брат, давай, давай. А Смотри уже. может, когда ты откроешь Что ты, магазин, сука, откроет? стала, а? Что стало, я спрашиваю. Ты чё, сука, а? Не в тот район ты зашла, подруга. Где бабки? А ты Где что тут бабки стали? пришла? Оба, С оба, видел, вещами аж пришла или что? труселя видно, слышишь? Где? Ну вон, Зачем? да не меня бей. Ты видел? Нет, не видел. О, да, видел. Опа-па, будет на что сегодня Боец. вздрочнуть, понял? Записывать, записывать. Записываю. Ребят, будет вам на что сегодня вздрочнуть, я понял. Так что, надо открывать, наверное. Давай откроемся, знаешь? Ну, и что? Если ты присядешь вот на этот А, бок. подожди, тут же я еще коробки с товаром оставлял. А что ты Алло! закидал его? Что за обновление такое? Или не оставлял, подожди. Да не, они тупо дропнули все коробки. Вот же ж, сука. Обидно. Знаешь, как энергетик называется? Пупа ему. Ебалайн. О, нормально. У тебя так по роду собаки вроде, да, зовут? Не, меня кангал. Калган, правильно? Кангал. Калган. Все, я понял. Эй, девочка. Знал, что ты будешь сейчас прикалываться надо мной. Так нечестно. А я, Ты блин, не над открываешь тобой. магазин или нет? Да подожди, товара надо накупить. Сейчас я тебе коробок сделаю. Да я не буду больше строить, слышишь, блин? Так иди туда разлаживай товар, сука. Что ты Да не стал? буду я ничего Ты что делать думаешь, вообще. кассиром здесь Вон, устроился? коробки падают Сука, же с неба. встал, давай, иди работай. О, молодец. Прям умничка, я бы даже сказал. Тебе нравится звук? Красиво раскладывай, сука, босс, что ты сделал? Какой же ты ублюдок, я тебе говорю. А можно забрать их? Ну, надеюсь. А, да. Иначе ты так по бороде получишь, что тебя три хирурга не соберут. Можно в холодильник поставить? Нельзя. Ну, в Звук, его. конечно, прикольный. Да, вот так вот, да, делай. Ой, блин, не то. Особенно, когда ты забираешь товар.
Как выкидывать? F. А, да, уже нашел, блин. Тебя пока дождешься. Ты что, охренел, блин? Одну коробку полгода раскладывал, я уже, блин, за третий план. Твои проблемы. А чё молоко не в холодильнике? Холодильник, знаешь, сколько стоит? Сколько? Много. Это в какой момент? Не, ну если они опять дропнут коробки, это жестко будет. Тогда дропнем их не игру. О, это что, пивалда? Ой, не туда побежал. Не, сода. Я думаю, как у них денег бы не хватило на пивалду. У кого у них? Ну, разработчиков на это, на права, понял, пивалды. Лалипап, лалипапу. Дорон. Иван Дорон, понял? У тебя есть как... А, где? А, спрайт. Спирт. Спрайт что, в холодильнике? По-моему, да. В холодильнике, наверное, места уже нет. Да? Не, есть снизу полка. Надо будет цены еще поставить, походу. Что, мне кажется, не на весь товар я там. Я тут понял, они, наверное, дропают коробки, потому что тут реально можно тупо за где-то за часов 5 нафиг всю эту улицу похоронить в этих коробках. Я так хочу. Это что у нас? Где он, сука? Что ты здесь, Мила? Чтоб твоя мать, сука, скончалась. Чтобы ты за мной умчалась. Жесткий штрих ты. А тут тип просто мимо проходил и заслужил этих слов. Так, оно для Кока-Коли мимо места, походу. Так, Кока-Коле? Да, Кока-Кола. Ты, блин, заложил все йогуртами какими-то. А йогурты что, по-твоему, не надо, да, разлаживать или что? Да их просто нет, целая куча одних и тех же, понял? Надо еще полку, наверное. Ну, то есть холодильник купить. Но у нас денег нет, у нас тупо 200 баксов. Да потому что ты все транжиришь, блин. И шо? И шо? И шо? А, молоко тут разложено, там разложено. Чисто именно глэк. Можно? О, можно. Можно? Не сказал даже что, но просто такой, можно, да? Да я сам с собой тут разговариваю, с умным человеком. С каких это пор? С каких это пор? Сука, обновить, блядь, не могли нормально это? А тут по цене нормально, а тут побольше. Че ты... Че ты стал? Я не вижу нифига. Уйди со света. У тебя шо? Ты что там, перезаряжаешься? Брат что? Стекольщиком работает или что? Что ты делаешь? Повышаем цены тут, слышишь? Ну, я что? Просто думаю, что не одни мы, долбини, начали выстраивать тут что-то, понял? И что? Игра начала исполнять, наверное. А, ты имеешь в виду эти пирамидки из коробок? Да, да. Ну, скорее всего, я тоже думаю. Что там получается? Да все уже поменял. Ты не надо тут только ставить, блин, я не знаю. Это... Заоблачные цены. Да нет, все и так. Это, этот товар я ставил, он тут не поменен. Ты в сколько, в два раза поднимаешь? Да нет, там где-то на доллар примерно, чуть-чуть меньше. Ну, если, даже если так, то ты тут не ставил ничего. Интересно, что тут написано? Employees assignment. Шо, блин? Шо ты сказал? Блин, сука? А как зафиксировать цену? Просто, просто? Стреляешь, панер. Ну, то есть бомбишь. Ну, а подожди. А где пестик? Так, тут норм. О, тут что-то. Ты спрайт, да, выставлял? Ну, я цену не выставлял. Ну, я так и понял. Сейчас выставим. По 2,5 бакса она. Market price. Иди ты в задницу, market price, понял? Кто такой market price? Американец, ну, то, какой-то или что? Да, да, да. Market price. О, я слышал, ты там тоже... Ты в меня целишься, да? Да, да, да. Не стреляй, Слай. Я все прощу. Даже то, что ты зашел домой ко мне, насрал на стол. Насрал на стол тебе. Да, потыкал туда спички и сказал, что этот ежик будет жить у нас. Я все равно тебя простил. Ты же помнишь этот инцидент? Нет. Что, открывать магазин? Это ты вообще-то сделал у меня на столе. Так что, открываем?
Ты такие цены поставил? Конечно, мы никогда ничего не заработаем, блин. Что такое 30 центов на одном товаре? Стри. Маркетолог, сука. Хорошо. Как минимум половина. Да. А если так? Ну ты ублюдок, я же почти выставил. А, оно сбивается, сука. Ну да. Извини. Заново теперь накручивать. Блин, ну вот это с колесиком. Да. Что они там обновляли, я не понимаю. Что такое? А ты что здесь мимо проходишь? А может ты? Джиз. Джуси. Пуси на тусе. Давай, братан, твои джуси на тусе. Пуси. Ты что, сука, Райан Гослинг или мне показалось? Ты Райан Гослинг? Или Гослинг Райан? А ты Майкл Джей Фокс? Или Майкл Джей Фокс? Или Фокс Майкл? Или Майкл Джексон. А тут каждый раз она выставляет цену, или она запоминается? Не, запоминает. Даже если ты в другом месте будешь, сайт запоминает. Так, я тут пока клиентов обрабатываю. Слушай. Блин, тут вообще не поставил. Тут тупо 3 цента, блин, сверху стоит. Ты чё? Ты как работаешь? Так это я все на тебя передал. Все борозды передал на тебя. Ты ж борозда? Сама ты такая. Чистая борозда, я тебе говорю. Ты перда, понял? Все, я понял, извините. Извините, Вячеслав Сергеевич, я не хотел. Нет тебе прощения. Да что, рано ты. Ты что, охренел или что, сука? А если переспросить? Переспрашивай. Переспросил. Спрашивай, с лохов будешь, понял? Ну, все правильно. Ты правильно, блядь. Что такое, что мало места или что? 30 центов поставил на круто. Ты, блин, я с тобой никогда в жизни работать не буду. А сейчас ты что делаешь? Да это игрушки играемся. Игрушки играемся. Потом ты что, дилдо продавать будешь или что? Как это связано, неважно. Тут 3 бутылки воды несчастных стоит. Другой нету. Почему? Денег мало. Да это не уксус, это вода. Это, походу, уксус. Ой, сука, дать бы разок вот это по кабиночке. Под хвост. Не, под хвост не, извини. Это не ты что, работаешь уже? Да нет, я воды пошел купил, и ты, чтобы ты не базарил. А где ты деньги взял? Ну там же еще были деньги. Не знаю, ты мне обманываешь, говоришь, что нету. Я прикрысил эти бабки. Так, ну так я так и понял. Так понятно, сука. 30 центов ставит на круто, ну ты именно бич. Сейчас чувствую, ты накрутишь. Тебе просто впадло крутить колесико, да? Ну, конечно, нет, блин. А ты как думал? Мы, сука, иди откроемся строй, или нет? Иди строй пирамиду, блин. Тебе толку тут ноль, блин. Чисто урод. Что, давно метлой по кабине не получал? Если они не будут ничего покупать, это ты будешь виноват. Вот так вот. Я сейчас слона этого выпущу, он на тебя сядет. На лицо. Все, накрутил? Ну ты открывайся, я сейчас поменяю по ходу дела. А, ты... Да-да. Скотина. Заходите, сука, куда пошел? В магаз зашел, сука. Что, в магаз, я сказал. В магазин. Тут за шоп, братан. Бегом. Let's go. За шустрее. О, зато тут он $1.5 накрутил вообще, блин. Сука. Задрал. Катина. Критиковать мою работу. Я ж накручивал бабки нам. Бабки он накручивал. Не хоть там покупает что-то? Да подожди, тут один только зашел. А, вторая вот галочка зашла. А, я думал, она в носках. Он не подходит на прилавок, смотрит, ничего не покупает. А, не. Сука, тупо стоят. Они в ахере просто с этих цен. Я тебе говорю, смотри. Если они сейчас не на кассу пойдут, у тебя борода. Они обходят всегда эту кассу. Иди продавай давай, блин. Повезло тебе, Мулумба. Кто эту метлу сраную поставил? Борода. Конечно, у нас было в тот раз только покупателей. Ты по 30 центов накручиваешь. Что тебе не понравилось? Я что-то понять не могу. Да хотя бы доллар минимум на всем товаре. Как минимум. Ты мне жаловался до этого, что я много накручиваю, а теперь тебе не нравится. Потому что ты начал сам работать. Неблагодарная. Потому что я не хочу задарма работать. А, вот так, а мне можно? Я и так задарма работаю. Вот именно. Какая разница? Кто какой национальности?
Это вообще сейчас 3 доллара нахрен. Кока-колу всегда берут. Я всегда с собой беру видеокамеру. На-на-на-на-на-на-на. Следующий. Вот так вот, да, вы твари, сука? Вам такую цену не поставь, хоть 100 баксов на один товар вы будете брать, да? Это не прикол, а поставлю вообще дорого на одну, понял? Посмотрим, будут забирать или нет. Тупо один товар по сотке, понял? Все товары по сотке поставят, мы уже тут миллионерами будем. Мы открываем бизнес, мы будем... А, подожди, слышишь? Арочка. Болгарочка. Болгарочка. А если меня грабить будет, Славик, подбежишь, если что, с этой? Да какой? Если я в этот момент буду выставлять, я не подбегу. Будешь, ты что? Брата своего кинешь? Конечно. А если меня насиловать тут будет? Посмотрю. Фу, блин, извращенец. Полугораю, постою. Нормально, да, вот так брата будет в пердачелу иметь, а он будет угорать с этого? Что ты за людина такая, а? Сука, откуда у вас столько? Там товара хоть хватит на них всех? Да не важно, главное, что они брали по той цене, что я выставляю. Чисто именно прикол. Давай это говно. Вот тут вообще цена стоит. 2.35, блин. Сейчас такая же, как... Сейчас купим этого, слышишь? Глэка, походу. Там можно кассира? Брать? Кассира? Кассира обезьян. Сейчас, подождите, уроды. Чё, купил? Ну я что-то нажал, а можно ли его заказать? Что за? А где ты его заказываешь обычно? Ну, как его, шлюхи.ком. Так, а что, где? Где-то же его можно, наверное, настраивать? Настроил он. Слышь, а что ты за урод зашел? Кто там? Налоговая? Да нет, баба зашла просто в тупую. А что ты здесь делаешь? Какая баба? Да вот стоит. I need a brom for this. Что она здесь делает? Кто это такая? У меня просто как этот стоит. Никто, короче. А, вот, я и поставил ее, слышишь? А, это работница твоя. Ну да. О, она встала на кассу? Надо вторую надо ставить, да, только она что-то не вдупляет. Да вон она работает, вон, видишь? Товар. Да она просто втыкает, стоит, ты понял? О, это нормально. Сейчас надо главное второго еще, слышишь? Сейчас да. Полетят щеки, ты что, ты чувствуешь? Баблом запахло, сука! Я еще сейчас вот такие цены повыставляю, блин. Блин, у тебя Кока-Кола стоит столько же, сколько по прайсу изначально. Ну я да не... Да это ж только новое купил, алло. Да какая разница, на что? Алло! Что там, блин? Что там по бабкам? Я так понял, она тоже знаю. Задарма а попадала. А где бабки? Вот это 536 долларов? Да. Так было бы там почти ноль. Все, я вроде везде повыставлял. Там больше нигде у нас ничего внимания. Тебе сейчас надо будет, походу, пополнять обратно товар, а? Пока я на кассе втыкаю. А я, кстати, не шарю, я не пробовал вообще. Слышь, она быстрее работает тебя. Конечно, она компьютер. А я что? А ты я лох. Лох! И считаю долго, понял? Где я тебе покажу, как надо товар заказывать? Иди сюда. Вон, видишь, вот сюда, просто к доске подходи. Ага. Видишь, продукт, ордер внизу. Но. Ну, вот туда нажимаешь, и там будут такие, там, 4 или 5 строчек, я уже не помню. 4. Ну, вот туда ты покупаешь. Там, видишь, красным, это сколько товара там наверху, в данный сколько момент есть? В магазине, да. А, да, вижу, уменьшается там. Так, мне надо выкинуть эту херню. Какую? Мозги? Не, это я с этой пикалкой стоял, понял. Мне так нравится. Та не, такой. Та не, сука. И что, просто плюс нажимаешь, да? Да, и покупаешь. Да. Да, девочки. Что такое? А, я не туда тыкаю, сука. Теперь понятно, что она быстрее меня работает. Может, надо вторую. Да, я мне с первого раза не попадаю.
Это единиц. Нормальная тема для мужиков. С первого раза не попадай. А, вот с мама дома. О, нифига себе, касса пустая. Покупайте, сука, вы чё так долго, сука, думаете? Вы чё, сука? А, сука? А, сука? Пообщался с пацанами. Блин, так нормально, да? Вот тебе по горбушке дали, короче, метлой и обслужили. Это я понимаю, сервис. Да, да, да. О, с коробкой какой-то зеленый пост подошел. А, это ты, извините, Слава. Да, это ты. Я так понимаю, можно их еще на раскладку товара, понял, напрячь. А, там, кстати, еще есть какой-то товар, я скидывал. Блин, да до следующего еще хер знает сколько надо, слышишь, это, дупли. Дуплини. Еще, считай, надо раз уровень, два, три, четыре, пять уровней, то есть 11 уровень до следующего поца. Прайд выставлен. О, 30-лыч, молодец. Блин, еще этот пистолет надо долбанный всегда с собой таскать. Такие его сейчас... на пол где-то рядом в зале. Да, нормально, выставлено. О, тут не выставлено ни хрена. Это новое, что-то взял. Что-то новое. Новая эра, да? Я, короче, да тут цены надо в два раза ставить больше. Я в два раза больше поставил цену и почти все раскупили уже. Ну все, красавчик. Так только, блин, блин, этим долбанным колесиком это полгода, блин, делать. О, можно своего сотрудника бахнуть? Можно, да. Да? Да. Вот это я понимаю. Все как дома. Все как у людей. Все как у людей. Блин, я не успеваю, они уже поразбирали тут столько всего. Иди давай раскладывай. Я сцену выставляю. А ты купил хоть товар? Ну там трошки взял, да. Ну уже уменьшилось намного, и надо еще заказывать. Тут надо, блин, не знаю сколько рабочих. Все так. Поставил. А что ты купил, подожди, в первую очередь? Что-то. А, йогурты, чаи. А где чаи у тебя стояли? Да я не помню. Ты где-нибудь ставь. А, я вижу. То есть еще на складе еще есть трошки товара. Так чисто именно в две дули погнали. Не вижу, понаставали тут, блин. Сырочек, 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 теперь не свободен, сырочек. Ага, все закончилось. А что на складе? А, тут соды, слышишь? Да, есть там, уже можно раскладывать. Сода, love, baby, love, 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 love. Это какая? Что, на полках стоит? Какая сода? Байкал. Байкал? Тут есть вот Байкал. Сейчас я спиртику выложу пока. Спиртика выложена. Вот этот Байкал, я не знаю, вот два. А, я уже его выложил. А, выложил. Так, ладно, тогда сейчас другого купим говна. Давай покупай тогда, я покупаю. Чисто сбагрил на меня эту хрень. Так, вот этого нету. Данона нету. Это возьмем, это возьмем. Вот это. Сода есть, вот это и нету. Этого нету, вот этого нету. Это все. А, вот этого нет. И вот этого нет. Готовченко. Я чисто завис, потому что я уже забыл, как на кассе работать. Так я тоже завис там. Ну не потому, что я забыл. Так, ну ты цены понастраивал. Нового продукта я еще не покупал. Ну мы не открыли, точнее еще. Мы открываем бизнес, мы будем делать бабки. А чё так темно, как, блин, на африканском базаре, я ж не могу понять. Всё, я понял. Вспомнил, блин. Вспомнил, как на кассе надо работать? Так ты понял, можешь прийти в любой супермаркет устраиваться, и у тебя спрашивают, какой у вас опыт работы? Есть опыт работы. И ты такой достаешь, понял, короче, телефон и скриншоты с этой игры показываешь. С этого, со Стима показываешь. Такой, и шо? И шо? Да вы должны, ты вы меня в жопу должны целовать, а я в жопу.
Не, ну по сути одно и то же. Я же когда-то работал, вообще ничем не отличается, понял? Все точно так же. А че коробка при входе стоит? А это я специально поставил. Чтоб ей грустно не было, понял? Коробки. Так. Этот пистолетик валяется. Я ж кинул специально его. Так. Где у нас хлопья лежали? А, вот. Я вижу в этой игре, в том супермаркете, вот хлопья, это вообще у них, я так понимаю, выше всяких похвал. Ну, это ж Америка, они ж любят. Америка, вау. Ты там хоть цены выставляешь, или ты так просто? Так какие цены? Ты на все есть товар цены выставил, нового продукта я еще не брал. Ну, я буду повышать тогда цены, раз покупают. Наехал на меня вообще, блядь, не нашел. Фига себе, оно влазит. Еще остальной товар так не влазит. Что за приколы? Алло. А что там влезло? Сейчас скажу. А. Что это такое? Да фиг его знает. Короче, в холодильнике что-то. Как оно называется, я без понятия. О, можем, кстати, новую движуху купить. Я только сейчас обратил внимание. Что за новую движуху? Ну, новую лицензию, видать, на какой-то новый товар. Вишня. Наверное, пора. У нас тут один стеллаж вообще тупо пустой. Ой. Сейчас будет. Так, одену. Так, во. Кетчуп, маргарин, флоур, apple juice, sunflower. Джуси пуси на туси, а мармар на туси. Я читаю, все равно надо. Где она, сука? О, мука, мукалтин. Блин, надо холодильник слай. Знаешь, как холодильник купить? Не. Ужас. Я выставляю цены, покупай там. Сколько их тут? 3, 6, 7. 3, 4, 5, 6, 7. Да, все правильно. А у нас денег хоть на них хватит, на этот, на холодос? Не знаю, $600 осталось. Фризи, а, это морозилка. Ну вот $600 он и стоит. Покупай. О, здесь вылазит. О, нормально. Так, Сайк, сейчас буду выставлять. Кого? Новый этот. А, товар? Блин, где он должен быть? Кетчуп. Он мне не показывает, что вот это. Вот, ставь. Блин, ну меня бесит это, я тебе отвечаю, вот это колесиком крутить. Да-да-да, мне в прошлый раз тоже это кумарило. А что делать, блин? Ждать обновлений. Так, блин, уже можно было... Вот это тоже поставь. Додуматься, что пора поднимать. Что-то ты меня не слышишь, что-то залинкает, что никто ничего не покупает? А уже время, закончилось это. А-а-а, ладно. А, и баба, походу, перестала... А, ну, они на кассе другой стоят, дебилы. Она ушла домой? Не, она стоит, и дебилы не идут к ней на кассу. Сейчас я их отпущу. Попусти их. Ты понял, мы с тобой вдвоем на кассе работаем. Чисто два брата-акробата называется. Не, я не на кассе работаю. А где ты работаешь? Я сейчас цены, я мерчендайзер. Ты работаешь строителем, да? Да, я хочу быть строителем. Да. Слышь, а что мука такая у них дешевая? В смысле? Ты $1. Ну да. Можно было бы хлебушка напечь, слышишь, дай боже. О, вот хлебушек как раз. Символично, да, будет хлебушек? Market price, pepper, доктор pepper. О, сука, не влезло? Ладно. Если что, на складе. Хлебушек. О, маслицо. Ну тут продукты точно такие же, понял? Вообще, даже один в один. Как и в том супермаркете. Да, 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 да. Да, скорее всего, это один и тот же разраб. Ну почему там они, сука, догадались роликом не крутить, а тут... Да не, я не думаю, что это один и тот же. Там и русский язык еще есть. А, натуре. А тут нет. Я думаю, что то делали русскоязычное, а вот это сука, делали... походу... Слышь, цена до... А, даже ниже, шо? Вот я тупанул, это холодильник, походу, не нужен. Ну, на будущее надо будет. Не, ну чего, там у нас пепси целая куча, а мне пепси сюда надо все повыставлять. А, не, вот эту фигню тоже надо. О, это Филадельфия, Вась.
Это уровень, это уровень, а. Уровень. Байкальчик, наконец-то. Она уже коробок, ты вообще именно со сраки жуй. Да я не буду больше ничего строить. Конечно нет. А мы сейчас весь район тут этими... Да, они, походу, обнулят потом опять. Сука. Крем, да, ставь. Там еще... У них сервера не выдерживают. Еще подожди, я тут еще не успеваю даже, я понял. Яблочный там, сок. Да? Нет, нет, там... В другом месте. А что это за... А, Филадельфия, ты же сказал. Вдруг короли какие-то нарисованы. Где там короли нарисованы? А, на туре короли. Видно слай? Стал перед тобой. Да мне главное, что не сбилось. Так, блин, ну хорошо, чтобы бабу эту взяли, еще бы двух слай. Ну ты понимаешь, понимаешь, да? Блин, капец, выставлял чуть-чуть и сдвинулся, да, 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 сбилось. Сука, это все ты виновата. Видишь, у меня средний палец сейчас прокачается тупо. Интересно, подожди, а тут типа ресток из стораги, блин, сторож? Подожди, или нет, это не может быть сторож. Зачем он тут нужен, что-то по-русски? Да нет, это на английском написано storage. Storage, а я читаю сторож. Гараж, может, какой-то, блин. Да нет. Непонятно. Опа. Спарк его. Ну, склад. Storage, это же склад вроде бы. Нифига себе, я не знаю. Откуда у тебя такие познания в английском языке? На ютубе смотрю аукцион контейнеров. Привет, Юпупу. Аукцион контейнеров, свяжитесь с нами. И что они свяжутся с тобой? Как ты им поможешь, мне интересно. Я рекламу сделаю от канала ихнего. Нифига себе, ты шо? Уже сделал. Бесплатно, да? Ну. Да не охерел? Может, они нас бесплатно примерят. Да-да-да. Знать про нас не знают. Так. В смысле, я уже 2 года смотрю, как он меня не знает. Все, короче, что я жду его? Блин, ну ты мудак! А, ну тебя тоже высветилось? Ну он только мне. Конечно, он мне всегда высвечивается. Что тут написано? Да тут написано, что income, а потом day balance, а потом franchise level, и пошло-поехало. А чё мы здесь постоянно? Она, не главное, знаю, там, я... сука, работает, а мы здесь. А я стою, понял, не могу... Все, я сразу открыл. А. Блин, что я выставлял? А, вот тут. О, потом рыбу будем. Суши. Биг суши, понял? Смол суши. Смоукед салмон. Краб стикс. И все, что с этим связано. Даже вот так вот. Понимаете? Вот так вот. Просто вот так вот. Вот просто вот так. И стоит, крутит, сука. Ты заколебала, я тебе говорю. А тут еще цена такая 8.50, понял? Честно, что я мне там... надо накрутить. Ну, не, хотя бы примерно столько. Бигуди на груди, да? Да, да, да. Что-то она тут ничего не берет, походу. Походу, я сильно накручиваю. Так, это нет. Ладно. Молоко. Так, спрайт. Ну, зато пиво здесь берут, я вижу, неплохо. Я не вижу, потому что не могу посмотреть. Где отсюда встала передо мной коза? Коза. Дереза, сука. Вот это ты, конечно, бежать Not... умеешь. А, у меня бабок не... А уже есть $321. А ты там покупаешь? Да всякую хрень. Которую я даже не запоминаю, где я раскладываю. Надеюсь, вот это дело. А, блин, сука, поц. Дарон, майонез Дарон. И майонез! Крем Данор. Вау. О, молокос. Молоковозка. Славик молоковоза. Молоковозка. Короче, подруга работает тупо, чтобы товар купить. Больше мы здесь не это... Тупо задарма, походу, работаем. О, чё себе под ноль.
Май джуси на... А ты, блин, я вижу, товар просто, да, поднимаешь? Любой. Невзначай. Я смотрю, где я поставил мало, понял, я поднимаю. Поднимаешь ставки, да, короче? Ты думаешь, они здесь за любой прайс, да, будут покупать всю эту фигню? Они здесь приходят за вайповым настроением, понял, и чтобы получить швабры по горбу. Да, да, они любят по швабре получать. Шваброй по... Не, горбой по швабре. Не, шваброй по горбу. Да, шваброй по горбу. Метлой. Ну ладно. Это не важно, сука, старый, ты хрен. Опа-па, опа-па. Опа-па, что такое? Оп... А, блин, тут касса же точно. Так, шо у нас тут? Но я заметил, что мы здесь вдвоем быстрее справляемся, чем когда я один играл. Не слышу, как бы, утвердительного ответа от Славика. Короче, он работает по полной, ему сейчас не дает. Он, наверное, даже микрофон выключил, чтобы работать спокойно. Ну, да, чтобы тебя не слышать, я даже наушники снял. У него там играет «Я собак, всегда готов». Опа. Ровно, почти. А что это такое, интересно? Что там, крем убрали, Слай? Да, смотри, прикинь. Филадельфия всем нравится, мне кажется. Блин, сколько там коробок, офигеть. Я пердоле, я пердоле, доле, я пердоле. Так. Алло, Слави. Шо молчим, я не понял. Шо сюда пришел молчать? А, он просто стоит деда, походу, это. Цены накручивает на деда. Да, дед, твое очко сегодня продадут, не переживай. А, иду, 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 пацаны, иду. Давай сюда, это дерьмо. Давай сюда, давай сюда. Быстрее раскладывать можно. Нормально, ты скупился, старый. Зря на тебя буксунул. Алло, что ты тут стал? Понятно, сука. Сейчас, блядь, получишь. Куда пошел? А, чтобы не получить. Взял, убежал, скотина. Что там, покупает хоть что-то? Конечно. Я в интернете посмотрел просто, как правильно цены выставлять. А-а-а. Ну это уже фиаско, братан. Что мне не показывает, что прайс растет. А что ты выставлял? Так что? А что? Ну я вот просто сам навел на нее, и мне ничего не меняется. Ну, то все. Объяснил. По-царски так чисто. Так, о, уровень поднялся. Уровень. А, в смысле, два уровня, что ли, поднял? Не знаю. О, еще чуть-чуть, понял, после карася мы сможем купить это. Еще одного кассира. Блин, яблочный сок стоит за бесценок тут тупо. Так, у нас появилось. Блин, тут все морозилку надо, понял? Морозило. Он тупо, он стоит даже меньше, чем market price. Фризи. Интересно, сколько сюда влезает? А, 350, ну. А, две секции помещаются, слышишь? Блин, слышишь? Я уже надоело крутить колесико, это невозможно. Крути просто. Колеса, сука! Крути колеса. Сейчас ты будешь еще больше крутить, понял? Я там купил кучу товара. Целая куча нового. Да. Так я еще выставляю старое, еще больше позавышаю цены, понял? Потому что я так понимаю, что они все равно покупают.
Да это на рабах какой-то, скажи. Не знаю. А ну поставь на какой-то, сука, сотку. Сможешь накрутить? Сотку? Да. Ты ну или полтос хотя бы. Вот он, тут, короче, market price доллар, понял? Сейчас постараюсь на него. Но это на весь выпуск я буду крутить. Возьми, я не знаю, моторчик, понял, к ролику присоедини. Я сейчас просто вот так вот выставлю. Я все равно товар купить не могу. Я еще вот так вот двумя пальчиками, понял? А ты такой прям двумя пальчиками, понял? Негодяй такой. А кто потом будет скручивать? Ты? Такой именно. Ну ладно. Окей, сука. Так. Ты там новый товар выставляешь, я херней занимаюсь. Ну ничего страшного, кто-то же должен. Я про то, что тот новый товар сейчас будет за бесценок продаваться. А, да я поставлю. Наверное. Да я вижу, как тут выставлено. Я только до 5 долларов дошел. Так, тут 3.35, сколько ставится? Ну, ставь пятерку хотя бы. Ох, сука, может тут как-то... А, блин, я двинул мышкой, поц. Сыни, сделай мою ошибку. 5 баксов, да, говоришь? А я каждый раз нажимаю, фиксирую цену, понятно? А, блин, в натуре. Да ты молодец, продумал. Что такое? Да я тут накруч должен в натуре. Я пятерка поставлена. Так, следующий товар. Он тут уже на улице разморозился, я в курсе. Да что ты там заказал? А все морозильное, понял? Там спагетти с морозилки, пиццы, видать, и все. И все, что с этим связано. Так, тут тоже пятерочка пойдет. Я тебе скажу, вот сколько я стою, кручу, пока я не вижу, что кто-то воду берет. Думаешь, бессмысленно? Давай сейчас дойдем хотя бы до десятки. Там получается навар 9 долларов. Посмотрим, будут брать или нет. Потому что я потом задолбаюсь 50-ки скручивать. Крути педали, пока не дали. Я, кстати, тут тоже 5 долларов поставил, ни один еще хлэк не купил, по-моему. А, или купил. Да. Ну, я просто уже второй товар, понял, на пятерку поднимаю. А, не, беру. 5 долларов он... поднимаешь? Ну, тут 2.87 я пятерку поставлю. Ну, так нормально. Я там некоторые даже больше, ну, то есть в 2 раза поднимал, даже больше, чем в 2 раза. Ну, просто ты пока занят, я пока это делаю. Потом будешь обратно накручивай. Как ты любишь. Хоть в виртуальном мире понакручиваешь кому-то колбасу. Блин, деньги не пополняются. Так мы, я купил 3 морозилки, алло. Так я же говорю, что не пополняются. Мы же занимаемся развитием. Развитие бесплатно не делается, славичек. Они просто походу видят, что я накручиваю, понял, поэтому не подходят. А может специально сделали так, что ты не можешь так много накрутить? Замахаешься, типа. Ну, наверное. Что он там сегодня так мало продает, я не понимаю. О, ровно десятка, все. О, 33 бакса прилетело тоже. О, давай иди сюда тогда. Будешь крутить дальше. Я на кассу встал. Халтуришь, сука? Давай, вали, быстро. То я? Да не. Я же могу, сука. Вали. Нафиг. Там, где тебя будет. Буду. Только нафиг, где, да? Где что там? Вон. Тут, да. Короче, все морозидлы, блин, можешь там. Более-менее цены стоят. Ну, тут можно поднять. Так, по-моему, я до сюда дошел, да? А, во. А, блин, поц, бай. Бай-бай. Бай-бай. Готов, Слай?
Тут картошечку фри еще завезли. Картофидло, знаешь такое? Да, да, да. Блин, походу не хватает еще, понял. Надо было еще, походу, покупать. Морозило. Интересно, а можно потом сдвинуть их, эти с мертвой точки? Да нет, ты ж наполнил их. Они тяжелые теперь. А, думаешь, только из-за этого, да? Угу. Ты все бабки тратишь. Да. А тебе как будто жрать тут надо, я не могу понять. Сиди молча, сука. Да ты охеревший, конечно. 100%. Ну и конечно, тут всего лишь по 5 пакетов, это жестко. Да, есть где-то много, где-то мало. Что там по хлебу? Сука, хлеб никто не берет, дорого его поставил. Да? Ну не знаю, ну что-то его. Судя по всему, там уже никто ничего не берет. Зато все йогурты нажрали, понял? Какие? Розовые или зеленые? Да и те, походу. Зеленые там нормально завышенные, понял? А, да? Да, да, да. Ну да, их тоже нормально подожрали. Блин, ну у меня уже денег нет. Ну как у меня? У нас. Блин, ну вы в субботу жрете, конечно, пацаны. Что происходит? Что это за звуки? Это у тебя там? Я кручу колесико и сразу фиксирую цену, понял? Крути педали. Вот смотри просто на цену, как она поднимается. Да-да-да. Если ж просто крутишь, она не поднимается. Типа потому что они увидели, что ты расставил. И цена не накручена, и они начали гребсти, понял? И я сразу же пытаюсь поднять. Так я сходу лету пошел и сразу начал поднимать бабки. Жалко, нельзя выставить сразу перед... Ну, типа, перед поставил, да. Да, да, да. Ну, это потому что делается до открытия, понял? Они, типа, может, максимально хотят реальнее сделать, я не знаю. Как бы ну, странно. Ну, ты еще выставляешь и ставишь цены, когда люди стоят. Ну да, это тупизм. Все, ты за майонезом, сука, пришел. 2,70, тварь. Тварь. Ему больше не хватило денег. Тварь. Вон с и баба, и перечницу, и кетчуп, и мюсли, и сука, что за набор такой? Хоть кто-то купит на долларов 500 там? Ну, я не знаю. По 20 долларов. Что, я думаю, на этой прекрасной ноте можно и завершить этот день. Надо точно поставить все, чтоб начали день с этого. Да у нас товара с трепыщи на полках нету. Серьезно? Ну, не, ну не то, что... Маловато, короче, я бы сказал. Что, ты все, ты заглючил? Не, я еще сейчас. Нихера себе, у тебя ценники. По 7. Все? Так, а что тут у нас везде? Давай, я завершаю тут день. Нормально. Слышишь? День завершаю. Тут нормально. Ты же нормально. Будешь возмущаться, сука. О, минус 30 баксов, между прочим. Нормально. Ты понимаешь? Это уровень? Когда мы что-то заработаем. Как, когда-то? Потом выведем себя на Байбит, там, да, Тонкипер. Да. Тони Хильфигер, я понял. Тони Хильфигер, да. Так что, ребятки, спасибо, что смотрели. Обязательно подписываемся на канал, ставим лайки, жмем колокольчик и пишем комментарии. Ну а мы прощаемся, Славичек. Всем покедова. Всем пока.